Совместная работа. Сотрудники Государственного пожарного надзора и Госавтотехнадзора провели рейд на дачных и коттеджных участках, расположенных вблизи лесного массива. Инспекторы в очередной раз напомнили жителям о правилах пожарной безопасности, а также проверили территорию, прилегающую к частному сектору, на предмет чистоты. Здравствуйте. Можно вас на секундочку? Моя фамилия Зубков Сергей Александрович, меня зовут. Пожарная инспекция. У нас совместно с Государственным административно-техническим надзором профилактический рейд проводится. Таких гостей встречали жители поселка Коренево. Частные дома здесь расположены вблизи от лесопарковой зоны. В летний период это наиболее уязвимые к пожарам объекты. Для того, чтобы предотвратить беду, инспекторы надзорной деятельности проводят с населением профилактическую беседу. А в качестве напоминания о требованиях пожарной безопасности оставляют агитационные листовки. Простите, передайте близким. Хорошо, обязательно. Есть у вас какие-то вопросы? Нет, вопросов нет. Понятно. Так, у нас по пожарной безопасности вроде все в порядке. Щиты имеются, колодцы имеются с кранами. Слова женщины подтвердились. Действительно, соблюдение требований пожарной безопасности на этой территории не вызвало у инспекторов Госпошнадзора никаких замечаний. Видно, что принимаются и дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. Это и... Об этом говорят расположенные пожарные щиты, которые находятся в надлежащем состоянии, первичные средства пожаротушения, которые в том числе находятся и в помещении охраны. Сотрудники Госавтотехнадзора, в свою очередь, осматривали коттеджный поселок на предмет покоса травы, что также является обязательным условием противопожарной безопасности. По этой части у инспекторов нареканий нет, а вот при осмотре территории, прилегающей к частному сектору, были выявлены нарушения. В случае, если свалка, как вот в данном месте, да, находится в лесном массиве, мы внесем этот факт заактируем, внесем в реестр свалок и в рамках, значит, компетенции ГКУ «Мособлес» направим по подведомственности для принятия решений инспекторским составом «Мособлес». Такие межведомственные рейды проходят на территории городского округа периодически. В них принимают участие и сотрудники полиции. Как отмечают государственные инспекторы, профилактическая работа проводится как по будням, так и по выходным. Особое внимание уделяется местам массового пребывания людей. Луиза Егазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.